Доми, ты лучше. Круто! Дони катался как сыр в масле. Пока. Алло, я с тёлками в джакузи, перезвоню. Ну и что они мне там шьют? Блин, да ты уже 20 лет налоги не платишь. Откуда мне взять столько бабла? И есть лишь один способ найти деньги. Чтоб я сдох, это же мой пацан. Один из самых перспективных молодых финансистов страны. Ему придется восстановить отношения с единственным сыном. Милый, твой папа приехал. Папа дома! Папа, откуда ты взялся? Ну не мог же я пропустить твою свадьбу. Из тебя отец, как из меня балерина. Кто меня каждый день кормил жвачками на завтрак? Ну ты же сам просил жвачку. Ты должен был сказать нет. Давай узнаем друг друга получше, ну пожалуйста. Хорошего вам мальчишника. Добро пожаловать в СПА, полюби себя сам. А это что за жижа? Огуречная вода с маслом сандала и лепестками роз. Парни, вы хоть понимаете, что это не мальчишник, а полное говно? После вашего появления его как будто подменили. Сынок, будь мужиком, наконец. Моя школа! Помни, либо ты найдешь деньги, либо сядешь надолго. Я хочу стать настоящим отцом своему сыну. Я не умею кататься на велосипеде. Я тебя не держу. Пускай. Я тебя держу. Ну вот, ты можешь. Я еду. А, давай, малыш. Папа, до свидос.